Ребята, всем большой привет, меня зовут Раиль. На 2 недели пропал с Ютуба для того, чтобы снять клип на собственную песню «Не влюбляйся», скоро сможете увидеть. А сейчас хочу вам спеть песню Мияги и Энди Панда «Минор». Поехали! Я сам будто себя наказал этим непониманием, перестал себе тупо доверять, я без устали жаловался на людей. Караван горемел, а негодяй потешал себя баснями о воде. Но то были миражи, ты покаяние мое, найди ко мне скорей. Пустынями верными я кочевал, да песок голотал следы. И не надо быть тут пророком, чтобы понимать суету беды. Сам приволок эти пули, чем мыслями, выстрелами судьбы. Убивали во мне этого бога, чё по сути был поводырь. Мое тело минор, боли не жалей ты, тело минор. Грязными пальцами боли не трожь мою душу недоношенную, тело минор. Здесь для доски вереницами пульса недоброжелатели точили топор. Я скоротаю те дни, что велела судьба, негодяйка, сам под напор. Настроение лоу-фай, тело минор, как и трек зай. Понял чувства, эти подвели меня, я запомнил тилы дай. Дело минор, я не веселюсь, дело минор. Ну-ка улыбнись, чтобы вспомнить жизнь, задышать полной грудью и вон. Знаешь, что люди несут в своем баде грустные судьбы. Я тоже отчасти такой же ронен на перепутье. Куда занесет мое дело и кто тот счастливчик, постойте. В отражение радость, только не беспокойте. Мое тело минор, боли не жалей ты, тело минор. Грязными пальцами боли не трожь мою душу недоношенную, тело минор. Здесь для тоски вереницами пульса недоброжелатели точили топор. Я скоротаю те дни, что белела судьба, негодяйка, сам под топор. Мое тело минор, боли не жалей ты, тело минор. Грязными пальцами боли не трожь мою душу недоношенную, тело минор. Для тоски вереницами пульса недоброжелатели точили топор. Я скоротаю те дни, что велела судьба, негодяйка, сам одного. Ребят, спасибо вам за просмотр. Если понравился кавер, обязательно ставьте лайк. По старой традиции начинаю исполнять снова кавер на современные песни. Если вы хотите увидеть разбор на эту песню в полном виде, то ставьте лайк, набираем 10 тысяч лайков. Я выпускаю полноценный разбор на данную песню. Ну а если вы хотите играть на гитаре, но не знаете, с чего начать, не знаете, как петь под гитару, то приходите в мою школу гитары и вокала «Хижина музыканта». Ссылочка будет в описании под видео. В течение 6 месяцев будем с вами обучаться играть и петь на гитаре на основе самых знаменитых, популярных и любимых песен. Ну а я с вами прощаюсь, до скорых встреч, пока!